Всем привет, с вами Многогранник. Купил набор Ниндзяго, Железный удар судьбы. Не терпится вскрыть его и посмотреть, чем же он укомплектован внутри. Итак, друзья, я вскрыл коробку. Внутри там получается 5 пакетов. Плюс инструкция. Вот такая вот достаточно большая инструкция, которая предлагает сборку. Большое количество деталей в наборе, я так понимаю. Ну, сейчас я вскрою эти пакеты, и мы посмотрим более подробно, что же там в них внутри. Так, вскрываем пакет номер один. Так, в нем еще 2 пакета. Более маленькие. С более маленькими деталями. Пока отложу их. Открываем пакет номер 2. В нем тоже пакетик один с более мелкими деталями. Пакет номер 3. Так, тоже 2 пакета с мелкими деталями. Пакет номер 4. 2 пакета с мелкими деталями. И пакет номер 5. Это пакет с мелкими деталями. Посмотрите, сколько деталей с этого набора получается. Если я не ошибаюсь, там, по-моему, 1729 деталей, как было написано в инструкции. Могу ошибаться. И вот пакеты с мелкими деталями. Их тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Видите, какое огромное количество деталей? Это огромный плюс этого набора. Итак, друзья, если посмотрим по человечкам, то в наборе их 6 штук. 2 из них ниндзи, Ллойд и Джей. Ну, они прикольные сами по себе. Мастер Ву. Ну, мне он не нравится, честно говоря, какой-то он такой, самый обычный. Вот этот человечек мне понравился, да, прикольный. У него броня, каска такая модная, вообще такой воин, мощный воин. Вот эти вот 2 чувака, ну, да, тоже ничего, мне понравились они, как такие вот в капюшонах, такие как тени, очень такие мощные. Причем для каждого из них, если я снимаю его капюшон, еще прилагается паричок. Для этого он такой паричок с длинными волосами. А вот для этого вот такой вот седой типа паричок. Вот такой вот. Почему седой? Потому что если мы посмотрим на обратную часть его головы, там вообще дедушка. Это очень прикольно. Типа идет такой дедушка, хлобысь и превращается в такого монстра, с которым фиг еще справишься. Это, конечно, очень прикольно. Такая двуликость откуда-то у него появляется. Так, давайте пройдемся по оружию. Значит, в наборе 9 самурайских мечей. Вот такой вот красный меч, насадка для топора, я просто не стал ее делать. 4 вот таких вот, ну, очень похожи на мачете. Кстати, классные вообще такие, мощные, и лезвия толстые. 1 копье, 4 насадки на руки. То есть, получается, вот у меня есть человечек, Джей, беру насадку на руку, все одеваю, получается, рука у меня уже защищена, вот здесь как щитом, плюс острые... Такие вот, как зуби, как копья, что ли. Ну, не знаю, что это такое, но, в общем, очень мощная штука. Как у Росомахи, типа. В бою, мне кажется, это вообще очень удобно. А во вторую руку, если взять самурайский меч, то это вообще, мне кажется, очень мощный боец получится. В бою, мне кажется, вот эти очень хорошие насадки на руки. Но мне они понравились, по крайней мере. Вот. Также... В этом наборе, я вам не сказал еще, даются 7 вот таких вот змей. Я не знаю, где их, честно говоря, применять. Ну, можно поиграть там, что-нибудь придумать. 7 змей вот таких.
Что касательно деталей, конечно, все их показывать смысла никакого не имеет. Я покажу только те, которые заинтересовали меня. Ну и вообще, которые хорошие, на мой взгляд. Хороших, конечно, деталей в этом наборе много. Но вот, допустим, вот такой вот кубик с пружиной. В наборе еще прилагаются две вот такие вот стрелы. Он заряжается и, естественно, стреляет. Это, ну, как оружие хорошо используется. Вот такую вот деталь, честно говоря, я ее не видел. Ну, хорошая деталька, мне кажется. Такая вот деталь. Вот такая вот. Вот я такую первый раз увидел. Может, кто-то из вас, конечно, ее видел уже неоднократно, но я вот первый раз увидел. Вот такая вот деталь тоже меня заинтересовала. Тут вот обычно вот такая вот деталь есть. Тут вот пимпочка, вот эта вот, она маленькая, а здесь, видите, повытяните немного. Не знаю, тоже хорошая. Вот такая вот деталь. Тоже немножко такая необычная. Ну, я таких не видел. Вот. Ну, в принципе, остальные все такие стандартные наиболее. Так, ну что, я наконец-то собрал модель, предложенную по инструкции. На это у меня ушло где-то около 2 часов. Ну вот, можно ее рассмотреть поближе. У Ллойда такой вот скутер зеленый с двумя мечами. Два меча у него еще за спиной. Так, вот здесь такая башня. Я так понял, вот это вот яйцо или что-то в виде яйца падает. И вот эта вот штука, ну так вот, в общем, если сюда кого-то поставить, наверное, подпрыгнет. Не знаю, можно попробовать. Так, ну вот эта постройка какая-то на самом деле нелепая. Здесь вот этот мастер Ву заточен в клетке. Ну, как в инструкции я сделал там прям. Вот этот мне нравится. У него и доспехи такие мощные. Ну и вот если вот эту вот детальку от топора приладить, то такая секира мощная тоже получается. А вот сам змей, который получился. В принципе, ну, за счет шарниров хвост у него все подвижное, руки тоже все двигаются, все нормально. Причем меч можно вытащить. И вот по инструкции он вот сюда вот засовывается, я так понял. Можно вот сюда вот его. С этой стороны. И то же самое с другой, если вытащить меч. Вот так вот он будет. С двух сторон. Вот. Здесь вот, если вот крутить колесики, то вот этот вот круг, получается, вращается. Вот это, соответственно, башня. Тоже вот так вот двигается туда-сюда. Здесь место под два человечка. А, ну вот здесь вот еще вот эти вот флажки. Типа вот открываются в стороны, и вот это вот двигается. Не знаю, правда, что это такое, хорошо это, плохо. Ну, в общем, вот такая вот моделька. Я, конечно, все равно ее разберу. Я никогда модель не оставляю так в сборе. В общем, вот такая вот, смотрите сами. Понравится, нет? А, еще вот забыл. У него вот здесь вот, типа, язык такой, ну это специальный кубик такой, который стреляется. Вот если вот, вот нажать, он, видите, он стреляет прям. Стреляет достаточно мощный вот этот кубик для стрельбы. Я его опять заряжу, сейчас я в постройку как стрельну. Чуть наклонил. Вот в Ллойда стреляю. Сейчас, ну-ка давай. О. Ну, в общем, вот такой вот набор. Судите сами. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал.